Вчера я поймал рыбку, думал, сегодня приготовлю. Но сегодня я еще одну словил, поэтому сейчас буду еще одну чистить. Вот так. Сейчас будет светло и нормально вам покажу. Вуаля. Так, сейчас буду подсоединю свою машинку. Трын-трын. Все. Работает. Рыба у меня там лежит на свежем воздухе. Вот рыбешка, она такая. Килограмма два, наверное, не знаю. Ну что, будем чистить. Вчера она трудно давалась, чтобы была сухая. Сейчас посмотрим, как это будет. Ой. Абсолютно легко чистится. Вот и все. Одна сторона как бы готова. Вообще, хоп-хоп и готово. Прикольно. Вообще бы я по-другому бы чистил, там где-нибудь. А тут для вас показывает, что это неудобно даже держать ее. Здесь просто бы усилие дать вперед, вот так вот. Видите, сразу. А неудобно в руках держать рыбку. Вот. Если на руки попадет, ничего страшного. Она такая, что по рукам ничего не сделает. Вот и все. Рыбу почистил. Так, ради прикола проверить. Вот и все. Вуаля. Весь грязный. Я. Я говорю, здесь это на камеру неудобно работать просто. Так бы я бы уже по-другому почистил бы. Но все равно смысл теперь вам понятен. Хоп-хоп-хоп. Просто бывают вот такие щуки. А их вручную не прикольно чистить. Вот так. Иногда бывает окунь много. В принципе, она для окуня это рассчитана чистка. Вот так. Ну что, сейчас просто ее разделываем. И все. Есть досочка. Ставим на досочку. Есть ножик. Так, плавники я буду сразу отрезать.